покажу самый сказочный городок в Ленобласти. Андерсград – детский городок в Сосновом Бору. Он был открыт ко дню рождения Ганса Кристиана Андерсона. Это сказочная ратушная площадь. Это оловянный солдатик, у которого его можно загадать заранее. Рукоятку меча нужно потереть? Да. А в кафе «Белоснежка» можно попробовать вкусное мороженое и блинчики. Приезжайте в Андерсонград, тут очень красиво.